По мнению Вениамина Кондратьева, он недостаточно чист и комфортен для отдыха. Глава региона прогулялся по пляжной полосе и пообщался с туристами. Вам нравится вот этот пляж? Нет, абсолютно нет. И он тоже не нравится? Он не нравится никому. Он не нравится никому, я согласен. Потому что, знаете, я еще раз говорю, что если мы говорим об Анапе как том курорте, который хочется возвращаться, то явно этот пляж на это не тянет. От мэра Анапы Вениамин Кондратьев потребовал привести в порядок центральный пляж курорта. Сейчас на нем даже не разровняли песок, привезенный для благоустройства. Если честно, моя точка зрения, я бы его от дикого пляжа с трудом бы отличил, этот пляж. Это пока нечто такое между пляжем и, наверное, естественной полосой моря. Вот эти вот, то, что навезли, ну, коллеги, нужно сразу как бы уважать и себя, конечно, и курорты отдыхающие, которые здесь. Они уже лежат с зонтиками, а тут все еще куча песка, которые насыпали для того, чтобы что-то потом разровнять. Ну, уже давно нужно было это сделать. Нет, сезоном мы все сделали. Сезон уже идет. Они за нас уже его открыли. Вон они ходят в шортах с зонтиками. И они уже отдыхают. В Анапе губернатор Краснодарского края сегодня провел заседание Совета безопасности по вопросам готовности региона к курортному сезону.